Получается, стримишь ради денег без негатива. Я про этот вопрос тоже отвечал очень много раз. Конечно, все стримеры стримят ради денег. Да, безусловно. Само собой, стрим это круто. Само собой, стрим это классно. Но если ты не сможешь кушать, как ты будешь стримить? Тебе же нужно кушать. Правильно? Правильно. Поэтому, я говорю так. Я бы с удовольствием бы стримил, если бы я от этого не получал бы бабки. Конечно, я бы стримил. Но я бы не стримил так много, и я бы не занимался бы этим, ну, как занимаюсь. Ну, то есть каждый день и так далее, и так далее. Да, это были бы стримы. Это были бы стримы, там, недельку раз, два раза в недельку, по фанчику собраться там своими, там, челиками, попиздеть, поиграть, похихикать. Да, ну, такая, все то же самое, только подкрепляется бабками, и все. Вы что, думаете, вы что хотите сказать, что какой-то нерью? Сидел бы, делал видосы, стримил бы. Привет. За просто так? Кучка донатеров Барика потеет в чем-то. Ого. По наемным полевым. Молодым нужно Л.